15 апреля в районном доме культуры яблоку было негде упасть. Настолько востребована ярмарка вакансий. На протяжении ряда лет два раза в год Центр занятости населения проводит презентацию учебных и рабочих мест «Планета ресурса». Как выяснилось, не зря. Пособие, конечно, у нас в центре занятости минимальное 850 рублей, но такое пособие прожить невозможно. Вот, поэтому такие вакансии, как правило, дают положительный результат. Многие находят работу, варианты трудоустройства. Наша сельская местность предусматривает и временное трудоустройство на время полевых работ. Сейчас как раз весна, начало полевых работ. Мы надеемся, что все-таки хоть часть безработных найдет что-то. Вот, потому что понятно, что материальное положение, семейное положение зависит от работы. Тем временем желающие найти работу получали консультации специалистов, оставляли свои анкеты. Также общались с потенциальными работодателями о вакансиях и особенностях предлагаемой работы. Откликаются всегда предприятия. У нас, я не знаю, отделы кадров, мы с ними дружим, они наши друзья и товарищи. То есть у нас кроме того, что мы организуем такие мероприятия по трудоустройству, по временному трудоустройству, по работе с подростками, по работе с выпускниками. То есть мы очень хорошо общаемся, очень хорошо дружим и работаем не только с нашими местными, но и к нам приезжают. Вот сегодня будут и из Краснодара, и из Тихорецка работодатели. Поэтому все заинтересованы в поиске работников, а безработные заинтересованы в поиске работы. Среди безработных были люди разных категорий, возрастов и разными жизненными ситуациями. Но впечатления о данном мероприятии и возлагаемые на него надежды у всех схожи. Если человек ищет работу, то это очень хороший результат, потому что здесь на самом деле он может увидеть действительно вакансии и все, если он ищет работу. Это хорошее мероприятие, потому что здесь есть список вакансий. Можно начать, как я говорю, вот с малого и пойти выше. Но я считаю, что это нормальный результат. Пришел, хочу очень посмотреть, что для меня подойдет, потому что только отучился, сейчас надо найти работу, работать. Ну, вообще, надеюсь, что найду тут работу, помогут. Чуть позже выбирать себе профессию съехались выпускники школ. Подобные ярмарки они посещают с удовольствием. Это возможность узнать подробную информацию об учебных заведениях, практически не выходя из дома. В данном случае не выезжая за пределы района. Очень обширная, объемная работа у нас сегодня. Вот. Но мы надеемся, что она пройдет успешно, что будет у нас хороший положительный результат в плане поиска работы и в плане определения направлений деятельности в будущем наших молодых граждан, которые будут наше будущее, наше все.